Лечу, лечу. Что-то я потерял тебя. То есть мы миссия. 4-3. Сектор 6 захожу. Я тем не менее быстро. Ага. Понял? Понял, я с превышением. Прямо отсюда на восток идет, да? Высота. Высота какая? Все, больше нет никого? Я отошел ненадолго. Еще пара. На облаке, вернее, в левом ты выскочил. Нет, оно не видел. Понял. 14-м ты делаешь. Так, 314-й переход, 313-й, 9-й сектор. Фока тянет в левом вверх за кем-то. Кто сейчас вверх выпрыгивает влево? Отходить надо, парни, он вас подтянул к филду. Ну, ну вон, я зашел на наш спик. И через минут 10 на синих полечу. Давай. Всем спасибо, пока. Ага, пока. Пока. Да. Готов, выпрыгнул. В 314-м что-то осталось? Нет, это на пути были. По пути столкнулись. Понятно. На куда, пушке, куда все бом- на пушке. Бомберы шли. На пушке? Принял. Дима, ты выходишь на пушке? Идешь на пушке? Да. Так, Кирилл, ты в полете бой. Или вернулся? Еще не все так закончилось. Отхожу я. Он продолжает собой по низам. Да Фоку я добил, да, и кто-то еще там идет сейчас. С запада. Так, у меня топлива нет, вот который с Фокой рядом был. Я ухожу. С Фокой, которая сейчас только взорвалась? Да, да, та, которая вот. Блять, на меня заход. Ёптеть, ёптеть, не пойму кто. Я наверху вышел. Пошел на пушки. И там еще квадрат. Какой квадрат точно? Парни, есть кто в 314-м 7-й сектор? Я сейчас 315-й, 316-й. Ну, я сейчас чуть выше, да, примерно там и нахожусь. На меня здесь заходики строят. Да, на нулях. Нет, 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 иди, это я следом иду. Ты в правом гараже, идем на пушки. Квадрата 314-го, чуть южнее и восточнее. И... Рядом с линией фронта. Он вроде потерял, отбегая. Или сейчас спину накидает. А, вот, блин, кого-то бьет. Вот, сука, Хермит, тебя, наверное, да? Ну да, ёптику мать. Уже да. Никто не предупредил, что какой меня. Сектор? Я вот увидел только стрельбу. Поэтому извиняюсь. Ладно, ёбаная, блядь. А где он был? 314, вот там же он и прыгнет сверху вниз. Блядь, высота нужна, я нулями. 279. На такой скорости падал, да не довернулся. Да-да-да-да, я в блэк ухожу, а им похуй. 279, вижу левший впереди, круг 23. 314-й, 5-й сектор, если есть рядышком, то... Где-то в этом... Сейчас 272-го подхожу, 314, там на тысячах контакт вижу, в центре. Ну вот, топливо, парни, дайте. Я на нулях, он просто выше, не могу ничего с ним сделать. Вот он на меня опять заходит, пытается. Парни, я отойду, спасибо за полеты. Пока, два контакта 314 идут на восток. Вот она, Фока. Восток? Точный сектор. Квадрат. 2. 314-й второй сектор. Второй сектор, да? Да. Нет, я внизу, она меня клюет тихонечко. Я уворачиваться пытаюсь. Я принял. Значит, он наверху, да? Да, вот сейчас он на меня заходит. Восток поворачивает. Смотри, заходит. Да. О, спалил двигло. Давайте, добивайте. Кто может, кто повыше. Не дотянул. Хожу 314-9. А сейчас... Мужики, тут выше еще контакт был над вами. Все, отлично, хорош. Все нырнули.
Ну да, Артур, была инверсия. Так, я завелся, тебя вижу. Что вы все заводные? Блять, а кто у нас такие? Еще над, эти, над артиллерией? Это ее ж убили. МТС. Да вот, все там же. Здравствуйте, кого не видел. Привет. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Подходящий момент. Только я 110-ку нашел, и у меня интернет. Так, якорь КТС, который сейчас в ножницах стоит. За подлогой. Дуплет, сколько за крюки? 15 на взлет. Блин, что-то запустился правый левый двигатель и опять сдох. А что за троечка идет в 128-м на юг? Ты не трогай их. Только что их видел. А 142-м на 4-х. 4,5. Нет никого. Второй вас не вижу. Так, кто якоря снимал, шестеру за тобой пристраивается. Да ты посмотри. 109 сектор 2. Кирилл, где вы? По нулям. Кирилл, вы где? Я сейлерон оторвал. Там же, блядь, ну что? Сука, как он так попадает? Я хуй его знает, блядь. Я вот сейчас 92-й. Тут проплешина, тебя не вижу ни хрена. 92-й переместились в 6-й. Ой, счет за несколько, блядь. Да, вижу вас, все, вижу. Заход. Я один пошел, конечно. Заход, да. заход, маневр. Вверх он ушел. Так, кто гонится? Стреляет, кто шестера. Так. Да, я, блин, пытаюсь здесь растянуть, брать, блядь. Так, ну, меня, дуплет, ты все, скажи, он ушел. Да, бросил. Так, он у переворачивается, нет, внимание. В 109-м дымный кто? Летаю, ох тут, ну ебать, сколько их о, тут, блядь. О, у меня отвалился этот. Раз, два, три, четыре. Ты бы сказал, что ты сзади, я бы развернулся, а так я от себя ухожу, а ты молчишь. Блин, Кирилл, заход. Ну, блин, ну... Ну, скорость у меня большая, блин. Ну, скажи, чтобы я развернулся, и я бы к тебе бы. Да хрена ты по мне стрелял сейчас? Я стрелял. Я не стрелял. Это синий по тебе стрелял. Синий. Их трое, там три синяка, блин. Там как минимум 4 было. Не надо. Ну, так, теперь я его потерял, да. Где он ездил. Курсом 300, вот подсвечиваю. Вон он, подсвечиваю, смотри. Да не вижу ни хрена, блин. Ну, короче, курс он так, 300, 290, сейчас в развороте он, 290. Ладно, я по зениткам начинаю работать, они сейчас снимут нас. Ну да, все, он не летает, прошу. Я стрелял. Да так, у меня 6 мест. У меня уже самолет, не самолет. Сзади вас. Да все нормально работаете. Как тут поработаешь, руля нет, сука. Серьезно, что? Вау. Походу, дел не я один. Точнее, их несколько. Это, видать, прикрышка.
Очень хорошо коричневого. Если смогешь. А их двое. А, ну хорошо, ладно, работайте. А у меня 110 на 6. Бум-зум еще 110. Вообще класс. Да, сейчас брошу, потому что он, блядь, неуправляем. Ну, затымил хорошо его. Все, я выпрыгиваю, я труп. Просто профи. И бучи. Так, ребят, ладно. Давайте до завтра. Завтра подходите. Десятка у вас и еще мест. Я пошел к это, короче, отхожу базу, если дадут. Танкист Майкл, приходите завтра. Слушай, постараюсь. Постарайтесь. Все хорошо, а то как-то нехорошо получается. Их собирается по 6 человек, нас едят, ждут наши тески. Это нас, видишь, блять, два коллеги. Ну, это ладно. Неприятно очень сильно, потому что, как я понимаю, они на нас очень сильно рассчитывают. Угу. Да у меня сегодня не получилось немного. Ты видишь, и Нурпса нет что-то, и Шифти вчера... Парни, спасибо за полеты, всего доброго, до встречи. И вам спасибо, давайте, до завтра. До завтра. Все, ладно, давайте, ребят, я убежал. Давай. Ох, суки, понаделали, а. Не-не-не, там записали же. Бесит, я 550 шел, блядь.